Одним из самых ярких мероприятий, прошедших в День города на площади Трудовой Славы, стал сладкий праздник для маленьких копейчан и их родителей. Все, кто с половины 12-го находился возле малой сцены у торгового комплекса «Слава», оказался в сказочной стране чудес, где царило веселье, звучали песни и исполнялись зажигательные танцы. Конкурсная игровая программа «Бэби-шоу» вновь собрала самых маленьких жителей города. Традиционно занятие по душе здесь нашлось всем. Так ребята постарше от 4 до 14 лет могли побороться за звание «Мистер» и «Мисс Копейск», а малыши до 3 лет принять участие в параде колясок. Фантазия родителей, которые украшали транспортные средства своих детей, была безгранична. Кого только не приходилось оценивать членам жюри в ходе этого конкурса. Бравые моряки, колоритные пираты, мушкетеры, танкисты, медсестры и даже принцессы на горошине. Годовалая Полина Селестровская покорила зрителей своим обаянием и танцем. А вот 9-месячный Александр Ведерников выехал на сцену на служебном автомобиле. В рамках конкурса он примерил на себя образ полицейского. И форма оказалась ему к лицу. Ведерников Александр! Ваши аплодисменты! Татьяна, скажите, пожалуйста, как появилась эта идея? Благодаря нашему папе, нашей папиной работе. Он у нас работает ППСником в Копейске здесь. Ну, раз мы семья полиционеров теперь, вот решили и сына сюда чуть-чуть привлечь. И вот соорудили такую машину. Делали мы неделю, делали все принимали, все две семьи принимали большое участие. Построение делали из коробок, из подручных материалов. Все, что есть, все пришло сюда. У папы забрали там поворотники и фары, все. Так что вот такая машина у нас получилась. Восторженные зрители не скупились на аплодисменты для маленьких участников парада колясок. Судьям было непросто выбрать победителя. После долгих споров они все же пришли к единому мнению и отдали первое место яркому пирату Ушакову Матвею. Но призы и подарки достались не только ему. Их получили абсолютно все участники конкурсной игровой программы «Бэби-шоу».